Эта елка самая лучшая. А шотик, время сколько? 5 утра. Чем мы занимаемся? 6:15. Чем мы занимаемся? Новый год нам снится. Может, нам уже не спится. У вас прекрасный вид. Девочка. Да. Привет, мой дорогой. Привет, моя хорошая. Слушай, говорят, Сашка беременна, это правда или нет? Ну, говорят, что да. А вот кто будет, Оля моя говорит, что будет у нее дочка. Я тоже говорю, что девочка. Девочка? Ты думаешь, да, у нее будет девочка, а я думаю, что у нее будет мальчик. Мне кажется, у нее будет мальчик, и назовет она его Иосиф. Или Мартын. Мартын Иосифович, у них же традиция. Покасики. Покасики, покасики. Йосенька, не прошло еще полгода, а ты уже рыдаешь. Непонятно, кто беременный, ты или Сашенька. Это первое. Второе, да, вон от Седова. Второе, как ты сына назовешь, Мартын или Иосиф? Алексей. Алексей. Кадр в лес. Вопрос, кто водитель, какой процент? Лешенька. Ого, ты, что это за фильтр? Фильтр у меня прекрасный. Ты великолепен. А Рома какой? У Ромы татуировочка здесь ничего появилась, посмотри. Так, ребят, я рада вас приветствовать. Слушайте, говорят, Саша да. Черно беременна. Вы в курсе? Реально? Или да. Все вранье? Реально? Так, более того, Йося сейчас сказал, что он назовет сына Алексей. В честь тебя, в честь Купина. А так по-другому, конечно. А по-другому никак. Так что не забудьте поздравить ребят. Пока, сики.